Так, просто Маруся, кто третий? Третий мой друг Рипмах, он же Эдуард. Мы с ним... Всем привет. Да, он как это, освободился от другого временного пояса. И теперь у тебя же минус 2 часа, да, или минус час? От московского. Московского, по-моему, минус час. Ну, сейчас смотри, у нас будет 24.00. А, у нас минус 2. Подожди. А, ну да, минус 4, правильно. Так, котик скучал без стримов. Без деда, как без обеда. Ага. Так, Эдик, ну я веду тебя. ЛТ у нас очень странно играет. Ну, лист светится. Значит, ЛТ поехала там, скорее всего. Да, 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 закинули. Пушистый молот, здорово. Так, кто-то мне там донатилку разворошил, но только я не слышу. Не слышу, кто. Сейчас, секундочку. Вов, а что у вас в Питере сейчас погода какая? Потому что везде вроде каша-малаша такая жаркая. Не, у нас дожди. Так, Султан, спасибо за донат. Ничего ты не написал, правда, но... Все равно спасибо. Пятьдесят восемь, вы издеваетесь. Сейчас, Вова, все будет. Смотри, он везучий, он всех фактически этот самый. Никто его не пробил. Три снарядика при мне прилетело, и никто его не смог пробить. Нижний ему дал. Базар? Да. Почему у него так не вылетело сразу? 57, блин. 8, вернее. Ну, что это за... Ну что, ИСа, да? Лисенка, дай набей лисенку. О, видал, как ЛТП забрал. Стандартом пусту стоял. Так, Юлия Соколица, всем привет. Михаил, удачной охоты, крепкого здоровья. Спасибо. Райцентр, здорово. Пушистый молот, привет. Как в клан попасть? Лотус, слушай, ну вообще в клан я тут не главный. Ребята пишут на командира. Спасите, помогите. А? Спасите, помогите. А что там у тебя? ХП мало? Я его вижу. 8 секунд. Если что, напиши мне, Слотус, напиши мне в личку, а я попрошу командира принять. А там черт его знает, что там за намерение у кого. Спасибо. Да, вообще, пожалуйста. Пожалуйста. Я, кстати, представляете, я вот на арте не играл вот все это время, я играл на любой другой технике, кроме арты. Она как-то соскучилась. М? Соскучился? Слушай, Эдик, я по поводу танков вообще никогда не скучаю. Я могу там, знаешь, вот коллективную игру замутить, да, вот охота поиграть компанией. А так, чтобы я соскучился там, прям за этим делом, нет. За этим делом я вообще хрен его поймешь. Знаешь, как у меня один знакомый говорит, ему говорят, мы за тобой так скучали. Он говорит, ну, вообще-то это ваши проблемы. Вот там скучали, там за кем скучали. Это ваши личные эмоции, мне они непонятны. А ему такие, а ты что, за нами не скучал? Ну, барышня. Он говорит, ну, даже если скучал, ну, как бы, на что это влияет в наших с тобой делах? Просто слова, что вот скучал, да, и ты теперь знаешь, что я скучал. По большому делу, скучание это больше страдание, чем радость, правильно? И почему-то, все и почему-то все хотят, чтобы кто-то за кем-то скучал, спрашивается. Это я хочу, чтобы ты страдал, да?
Ну, раз за тобой скучают, значит, ты кому-то еще нужен. Да кто его Тебя знает? помнят. Я тут, Ну, типа знаешь, во, такого. попался мне шортс. Какая-то тетка давала интервью. И эта тетка давала интервью, знаешь, какого характера? Она работает в каком-то блатном магазине, ну, в очень дорогом. То есть это не то, что там не пятерочка, да, там, а перекресток. Или там азбука вкуса. Нет. Там вещевая группа продается. Ну, короче, она говорит, ее спрашивают, ну, а вы видите вот покупателей, которые, ну, прям непорядочные. Она говорит, слушайте, у нас было тут одна дама приехала со своим ухажером, ну, папиком, с каким-то, с папиком приехала. Вот. И он ей купил шубу. И вот я не совру, 16 миллионов шуба стоит. Я не знаю, там ее, там, может быть, из ресничек каких-то там китаянок делали или еще что-то там. Ну, короче, шуба 16 миллионов. И говорит, эту шубу купили. Она типа счастливая, он весь такой важный, все оплатили. А говорит, а на следующий день она приехала с другим папиком и купили такую же шубу. Вот. А еще через 3 дня она приехала и одну сдала за бабло обратно. Ну, то есть они не могли не принять. То есть получилось, что каждый папик всегда будет видеть свою эту в этой шубе. Только тот думает, этот купил. А тёлка там 16 миллионов. Даже по московским меркам можно нормальную квартиру купить. Прикинь, просто. Эта тема старая, кстати, у девочек ушлых. Ну как ушлых? Почему ушлых? Продуманных. Ну, это и есть Продуманных. ровность институтки. Продуманный. Да. Так, котик, ждешь 2.61? Та будет 2.61. Алекс Онли, привет. Наконец-то бензин залил и технику завел, да. Ой, наконец-то вы справились с этой перезарядкой. А, звук плохой. А звук, знаешь, что такой неважный? Потому что ноутбук. Из-за того, что ноутбук. Поэтому со звуком ничего мы менять там не будем. Есть как есть. В Питере 7-го будет 28. Вот. Это типа много, да, для вас 28? Восемь это же Неприятно. на Тут под ты 40 в учитывай тени. влажность, учитывай здешнюю. Это охренеешь просто от духоты. А тут везде. Ростов, туда на Луганск, Краснодар. Вообще такая погода бессознательная. Вов, слушай, там если без риска можешь подсветить, то хорошо. Если нет, то не надо. Я свечусь. Там, Вот он тогда... здесь стоит, Сейчас, подожди, я свечет. перевелся на КВ-4, потому что неохота мне Т-34 терять. А я кавышку не вижу. Где он там? Кстати. Это я его не убил, нифига. Петя Гусев, живу недалеко от Питера, идут дожди у вас. Понял. Денис Боровиков. Добрый вечер, хорошего стрима. Только вспомнил, что-то давно не было. Ну, ты только вспомнил, а я тебе скажу, мне уже гневные подписчики даже ругают меня, говорят, стримы говно стали, оповещения нет, графика нет. Стример, говорят, с этими, с подписчиками никакой движухи не устраивает. Как он стал, да? Под выстрел мой. 477 вообще нормально. Я, наверное, чуть выше перемещусь, что-то мне тут страшно. Ты сутулая с собакой меня как видишь? Сергей Алексеев, в Казани сегодня 39. Ну, вот тут примерно так же. Андрей Лотос, Миша, привет, чату привет. Лайк прожал, спасибо. Дмитрий Агутин, доброй ночи. А можно 21, если не затруднительно, выкатим его. Ну, может, не прямо сейчас, но выкатим. Поэтому не умираю сразу. Золотая вагина у девушки, походу, это которой шубы выдают. Не-не-не, там другая, там мозга заточена, если можно так сказать. Как в песне одной пелось. И сказали мозги ногам. Так и у нее. Это нас накрыли. Может он еще тут стоять или нет? Ух ты, это вошло прямо здесь. Вот тут вот. Можешь смело стрелять, кто Вов. Я не вижу, куда стрелять. Ну, этому. Кто там у нас? Шпик, да, вот шпику прямо сюда залетело.
меня еще 14 секунд. Светит здесь, стоит собака Сокола. Ну, я думаю, он так и светит отсюда. Я ему сейчас еще раз пропишу. Я думаю, если бы он уезжал, он бы подсветился. 5 минут. А, вот он чуть-чуть переехал. Поехал я наверх. Евгений Мишуткин, всем привет. Поволжье жара, понял. В Самаре 36. Почему стримы поздно? Ну, как возможность есть, так стримы и провожу. Как сажусь играть. Но сел играть, может, я чуть-чуть раньше, чем... Сколько мы там? Пару боев сыграли, да? Ну, где-то около 11. Так... Что-то лагает у меня как-то, что ли. Не понял. Заряженный, готов к бою. Я не знаю, куда КВ-4. Там, наверное, так и стоит. Я, конечно, стану на всякий случай в деревья. Нави, привет. Всем здравия, стримеру позитива. Спасибо. Ребята, может, кого пропустил? Всем привет. Так, Антошка говорит, в Йошкар-Оле тоже жарище. Калининград плюс 21. Завтра 28. Смотрите, он, наверное, поехал на базу к нам. Думаешь? Угу. Ну, меня он вряд ли пересветит. А ХП у него нет. Я его, скорее всего, пристрелю и все. Что он это самое? Видишь, здесь его нет. Скорее всего, он побежал. Ну, давай глянем. Никакого нового будет бежать, растопьте. Не, если он выехал сразу после того, как пристрелил там нашего, то где-то он... А он уже где-то возле леса нашего. Мне телюбать, я не знаю, сколько еще. Ну, стою, жду, мне что. Я могу, конечно, и от вражеской этой самой техники погибнуть, но уже это ничего не решит. Я по нему там один раз чуть-чуть зацепил. Неужели он такой обиделся на всех? А что ему еще делать? С толпой с этой он не справится, тяжелее он может. Не, ну был же период, эти ПТшки его подсвечивали. Ну какой смысл ему было уезжать? Как забрать, да? А, дармовой ХП, да, выхватить? Да-да-да-да. Ну, два то... у него и третий. Да, скорее всего, я говорю. Надо было мне до этого выстрелить, у меня бы один снаряд остался. Я бы еще и на Фадина мог претендовать. Как вариант. Ну, что-то не хочет он светиться. О, я светил. О, светится. А, вот здесь сидит. Сученыш, а? Ты его убьешь, тебе он нужен? Меня разберет сейчас. Меня сейчас разберет. Ну что это такое, блин? Ну я тоже выстрелил, но я его никак не зацепил. Сегодня я в Краснодаре такая жара, плюс 37 градусов, чуть не все 40, да. Привет из Курска, у нас 36, Серега Сафонов, здорово, хорошего стрима. Алло, спасибо. Курск, привет. Жил я в Железногорске. Импостер, как игра? Да нормально, играем. Что там он? Мастеров дают за даром. Что там настреляли? Настреляли 2700. Ты, Вова, тут тоже прям навыдавал. И 2800. Первую степень всего лишь выдали мне. Ну, что там? 5500 вышло у меня суммарки. За это дали мастера. Лучше бы денег навалили. И у меня 5500. Давайте на восьмерках пока не проиграем. Как проиграем, пойдем на десятках боем. Короче, как проигрываем на десятках, уходим на восьмерки. Проигрываем на восьмерках, на девятки. Ну так, веселье ради. Если никто не против.